Сегодня в этом видео я расскажу, нет, даже покажу вам, как же провести ваши летние каникулы и весело, и эффективно. Погнали! Что ж, ребята, думаю, лето – отличная пора, чтобы подтянуть по предметам, которые вам очень сложно даются. Лично для меня это математика. И именно по этой причине советую вам заняться онлайн-курсами. Отнеситесь к этому более серьезно. Так. Два. Ага. Плюс. Угу. Два. Да. Оно? Четыре. Да я просто мастер математики. Что ж, идем дальше. 200 из-под корня косинус зеленый на минус 4, 5 косинус минус пи, уделенный на 4. Что ж, следующий совет. Я всем вам очень советую изучать разные языки, because that's really useful for your future job and job opportunities at all. Но английский и русский я уже знаю, поэтому я решила изучить французский. Green. Vert. Towards. Vert. Glass. Vert. A green worm forms a glass towards a glassmaker around 8 o'clock. Un vert vers vert sans vert vers un verrier vers 20 heures. Да. Ну что ж, во всяком случае мы сможем выжить во Франции. Что ж, ребята, вот вам еще один совет. Не забывайте заниматься спортом, ведь это очень важно для вашего здоровья. Так, еще чуть-чуть. Все. Вот так. Следующий совет про готовку. Да-да, дорогие мои, научитесь готовить хорошенько, это всегда пригодится. Ну что ж, вот, я мастер на кухне, и поэтому вам тоже до труда не составит. Главное не забыть, как в прошлый раз. Следующий уникальный совет. Научитесь танцевать, чтобы не попасть в вот такую ситуацию. Ромпе. А чтобы зажигать, как вот эти девчонки. Вот вам еще один свежий совет. Начинайте изучать быструю печать. Поверьте мне, это вам очень пригодится. В будущем, когда вы будете поступать в колледжи, университеты или найдете себе работу, этот навык будет очень полезен.